Клиент прислал проверить квартиру. Смотрите, Столяров, 12-1, корпус 1, квартира 71. Заказали историю перехода вправо. Ну, это приватизация. Тут один, второй, третий собственник. Смотрим. Решение суда 1, решение суда 2. Давайте попробуем их в интернете быстро найти. Заходим на сайт. Смотрите, как называется. Мосгорсуд.ру. Дальше. Поиск по судебным делам. Дальше. Стороны. Вставляем фамилию, имя, отчество одного из собственников, да, с кем был суд. И дальше находим 10 записей. Ну, давайте вот это вот дело. Вот перейдем на него. Судебные акты. Вот эту штуку нам надо скачать. Изучив вот этот документ, поняв, кто кому предъявлял иск, Некрасов, что он привлекался как мошенник по части 4 статьи 159, мы принимаем решение такую квартиру не покупать. Да, мы для покупки квартиры, проверяйте их, пожалуйста, перед покупкой.